будем делать? Через два смены. Спокойно. Веди, будь ласка, веди. Слава Україні! Стой, надо где-то взяться снизу, снизу. Сегодня оно, потому что сильно бомбят. То есть вы все это время ждали и да, сегодня? Да, да, да. Ждали, а потом начала авиация. Очень сильно авиация нас убивает. И очень страшно. Сверху? Да, сверху, сверху, с неба. С неба. Ну что, надеялся на лучшее? Вы надеялись на лучшее? Конечно. А сейчас? А сейчас видно, что у Путина ума нет. С ранку до ночи. У нас соседние дома все разбомбы. Ну, я разбомбы. Снаряды, танк заехал, біля нас був. Страшно, мы уже перелетались. До чего мы думали, не будем выезжать. И авиация, и танки, и какие-то грады там чуть-чуть. Забыл, что я забыл. Вот. А кто там живет в основном? Живут, ну там жил, ну, житловый комплекс наш. И наш будинок как раз біля Житомирской трассы, там где, ну, где такая небезопасность.